Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что же, начнем, пожалуй, с открытия пака. Так, естественно, бесплатно. Потом посмотрим с тобой еще один пак. Ага, бонус для наездников, окей. Ну и что же ты приготовил мне здесь? Крылатый ужас, ага, шепот смерти, лаварык и ресурсы. А дракончика не подкинул, да, никакого? Ах ты жмот, а? Ну что, давай тогда еще посмотрим с тобой рекламку и получим пак. Но там будут ресурсы. Монетки Одина, плюс еще 3. И что же нам здесь выпадет? Ну, ресурсы. А мог бы выпасть дракончик. Но опять же, это все рандомно, друзья мои. Так, что у нас дракоша принес? Давай посмотрим. Сломанный меч и 135 тусклого янтаря. Ладно, отправляем его дальше на поиски. Все, ушел, да? Так, давай здесь, наверное, заберем с тобой. Так, 25 тусклого янтаря и все. А, нет, подожди, 50 якнога. Откройте наборы. 12. Короче, 20 рун мы здесь еще получим с тобой. И все, пока. Так, колоды, друзья мои. Давайте-ка мы с вами откроем. А здесь у меня редкий пак. И что же нам выпадет? Душитель, громобой, громель, ужасное чудовище, громль-защитник, громорог, ага, кревет Дагура. Следующий тогда с тобой поставим на открытие. Через 8 часов он откроется. Здесь опять же мы с тобой заберем награды. Да подожди ты, ё-моё. Ух ты. Заполните ячейки жетонов. Ага. И получаем с тобой 450 тысяч рыбы. Это, конечно, хорошо. Это очень классно. Так, что у нас здесь? На рынке Олуха новая акция. Так, еще одна акция. Завершить. Хитрецы вы, однако, да? Хитрецы. Здесь у нас, о, дофига чего не хватает. Ну, в принципе, и здесь. Ладно. Так, события, друзья мои, у нас, к сожалению, пока нету. То событие я доделал, где мне дали, сколько там, по-моему, 2 или 3 тысячи тусклого янтаря. Кстати, нужно посмотреть янтарь. Так, давай-ка на обмен поставим. Какой уровень? 31. Блин, маловато. Так, забираем с тобой здесь ресурсы. И надо подумать, кого дальше прокачивать. Может быть, этого? Шелкопряд, но он дорогой. А здесь кто у нас? Обычный, да? Ужасное чудовище. Кстати, вот его-то мы как раз и будем прокачивать. Так, ну что, ребята, 39 уровень у него, да? А нам нужно 42-й. И это, по-моему, последний дракончик у нас с тобой. Сейчас посмотрим, чтобы быть точным. Да, мы его если прокачаем, будет все вообще в шоколаде. Так, что у нас тут принес беззубик? 600 тысяч рыбы. Еще 600 тысяч. Ха, древесина, а тут древесина. Обалдеть. Все по фулке, ты прикинь? Абсолютно все. Что у нас по заданиям? Так, это зал совета. Поручить кипятильнику добыть 10 тысяч единиц рыбы. Ну, во-первых, чтобы кипятильника отправить на добычу, нам его нужно найти. Погоди, разве у меня нету обычного кипятильника? Вы что придумываете мне здесь, а? У меня же он должен быть. Ну-ка, подожди секунду. Я ведь знаю, что он где-то есть. Вот. А, это экзотический кипятильник. Стоп. Ты хочешь сказать, что у меня простого кипятильника нету? Да ну, быть такого не может. Такого просто не может быть. Как же это так-то? А его нету, друзья мои. Ну что же тогда, придется мне отправлять беззубика на поиски этого кипятильника, ты прикинь? Лети. Иначе мы это задание с тобой просто не закончим. Так, 9 рун, хорошо. Я надеюсь, он найдет.
Так, заберем с тобой награды. Вот эти вот. Ну что, построить, я так понимаю, мне здесь ничего нельзя. Улучшить, соответственно, тоже ничего не дадут. И единственное, что у нас с тобой остается, это пойти на арену. Хотя, подожди, у меня же есть еще белая фурия. Что ты нам принесла? Ох ты. Это что за яйцо такое? 12 тысяч рыбы. Так, древесина. И опять древесина. Забрать. А что это за яйцо такое, ребята? Я что-то не припоминаю. Я ее отправлял на поиски. Сейчас мы посмотрим. А, это детеныш сардельки, друзья мои. Она его нашла. Ха-ха, прикинь. Так, а как мне дневную фурию прокачать? Вот оно что. Ее, оказывается, тоже можно прокачивать, прикинь. И обучить. Замечательно. Так, будем знать. Так, что еще нам с тобой здесь сделать? А, у меня же мои орлы прилетели с заданий. Ну, давай. Так, две шестеренки. Покажи пример. Пускай идет показывать пример бесплатно. Так, что у тебя здесь есть хорошего? Показывай. Так, флаг. Хранение. Давай, бесплатно. Двигаемся дальше. Так, пристеголов. Обучите цыпу. Опачки, а что за... Что это такое? Давай гарантированное. Так, изучите волну. Ну, здесь бесплатно сделаем. Все, да? Вроде бы как всех, ребята, пределе оставил. Так, этих мы отправим с тобой на добычу древесины. Так, ты иди ищи рыбу. Ты лети за древесиной. Ты, кстати, тоже не прохлаждайся. Может быть, тебя прокачать тоже маленько, а? Ага, расширить академию. Ну, пока я не буду, поэтому пускай летит за рыбой. Так, принцесса огнеедов. Пускай за древесиной отправляется. Ну и вроде бы пока все. Ну что, пойдем, наверное, с тобой прямиком на арену, да? Скорее всего, потому что больше нам с тобой здесь делать нечего. Так, на арене у нас 13720, как видишь, кубков. Нужно 14 тысяч для того, чтобы перейти на шестую арену. Может быть, мы успеем это сделать сегодня. А пока бой. Ну-ка посмотрим. Опачки, два синих плюс краснуха. Ну, красный здесь один. Я думаю, мы с ним справимся. И это у нас, как всегда, костолом. Ну что же, погнали. Будем сейчас ему кости пересчитывать. Бомби. А он будет сейчас кусать зеленых. Ага, огоньком. Понял тебе. Так, на сардельку будет чести опять, да? Да ну хорош. Смотри, что вытворяют. Так, я могу, знать, что сделать? Вот такую штуку. Пускай теперь мучают сардельку. Нет, он взял, переключился на... Это жучара. У него еще и усиленная атака при этом. Да успокойтесь вы. Вон сарделька ждет. Зачем им сарделька, а? Когда тут есть ветрокрыл, да? Я так и понял. Ладушки. Так, синий у нас. А, отражение, нормуль, лечимся. Ну и что ты тут захрюкал? Теперь он вообще переключился на моего барсика, прикинь. Он уже не знает, что ему нужно. Ну-ка, раз, два. Так, мне бы, наверное, хильнуться не помешало бы. Сейчас что-то будет. Смотри, энергия полностью у них восстановлена. Может быть, усыпить? А что мы от этого теряем? Да ничего, ребят. Отправляем их в сон. Ах ты, что ж ты промахиваешься, добьешь? Молодец, сарделька. Хорошо сработано, мы хильнемся. И будем добивать. Ну что ты, барсик? Ой, барсик, пристеголов, конечно. Вот так он вытворяет дела.
Ну что, друзья мои, победушка очередная. И трех драконов бомбанули. Еще четверых надо. Да, будем сразу начинать. Все ячейки забиты. Ну ничего страшного. Вот здесь уже хуже, намного хуже, потому что два красных дракона. Два красных, а у меня, как ты знаешь, два зеленых. И это очень плохо. Так, с кого бы начать-то? Блин, что этот сильный, что этот? Этот фаерболами будет бомбить, так ведь? Кусается больно. А этот еще, по-моему, два раза, если не ошибаюсь, будет бомбить. Куда ты? Видишь, что творит? Еще и атаку себе повышает. Лучше, блин, не придумаешь. На-ка. Так, ладно, если мы с тобой одного сейчас ушатаем как можно быстрее, то, возможно, у нас все получится. Если я сделаю, к примеру, вот так. Ну и кого ты будешь бомбить? Ты смотри, что творит, а? Вот жучара. Переключился. Я же специально сделал так, чтобы они атаковали ветрокрыло. А вот теперь я не знаю, что делать. Сейчас будет опять же сюда бомбить, да? Уничтожил. Вот так вот легко просто-напросто взял и уничтожил. В сон. Только в сон их. Слушай, я думаю, наверное, мы с тобой будем все-таки вот этого разбирать для начала. Нам нужно с тобой здесь хильнуться будет. Хорошечно. А, погоди-ка, а если мы сделаем вот так? Пускай спят. Отлично. Ну что, я думаю, что мы с тобой здесь победим. Да. Жалко, конечно, что сардельку убили. Но всякое бывает. А здесь нам с тобой достанется солянка. Но здесь есть тройной удар, поэтому расслабляться с тобой не будем. Весь упор, скорее всего, надо будет делать именно на него. Потом будем валить красного. Да? Наверное, так будет лучше всего. Тем более фиолетовый разбирается быстро. Так, кого будешь кусать? Угу, ветрокрыло. Да ты запарил, а? Ну ты посмотри, что творит. Вот жук. Так, сарделька, уничтожь его. Молодец. Блин, почему этот зеленый так бомбит? Зверски, а? Скажи-ка мне на милость. Своими фаерболами. Давай, наверное, вот этого все-таки ушатаем. Попробуем ушатать. Блин, у него очень усиленная атака. Вот что меня бесит. Ой-ой-ой. Так, бомбим. Что это сейчас будет делать? Понятно. Слушай, я, наверное, вот так сделаю. Подхилюсь чуть-чуть. Да ну, блин, ну, сарделька, вот ты сейчас вот испортила все просто-напросто, понимаешь? Так, а этот уже на стреме, ребята. Смотри, сейчас фаербол, да, опять? Жестко он, конечно, бомбит. Просто лютует. Мне надо отражение взять и поставить, а на кого? Наверное, на ветрокрыло. Смотри, что творит. Ну, просто жесть. Я даже не знаю, что теперь делать. Давай вот так, наверное. Блин! Ребята, я немножко ошибся со своим выбором. На самом деле, мне надо было взять отражение. Хотя, погоди-ка, может быть, еще успеем. Если он тут фаербол, конечно, свой не залепит. Давай вот так вот я сделаю. Так, смотрим. Красавчик. Сам по себе бомбит. Мне это нравится. Ну и что же, добивающий удар от нас. Вот и все, ребята. Победа, как ты понимаешь, за нами. Нам остается подбить одного дракона, и пак будет наш. Так что поехали. Ух ты, три синих, прикинь, дали. Но синие только против фиолетовых, по-моему, хороши, да? Нет, ребята, против красных. Так что у нас тут все должно быть хорошо. А ну-ка, громорок, подвиньте. Мы тебя сейчас будем уничтожать. Шипорез. Слушай, ну тут легко идет все, смотри. Блин, вот этого боялся. Вот
Со своим бафом он сейчас достанет. Так, влупляем. И в сон. Точно. Это нас немножко спасет. Давай, наверное, будем змеевика бомбить. Ну. Отлично. Пускай тратит энергию, да, чтобы шипорез потом уже ничего не смог сделать против нас. Что ты будешь делать? Понятно. Блин, этот очнулся, гаврик. Не вовремя немножко это, конечно, проснулся. Да ё-моё, сарделька, ты чё? Хильнёмся. Что он будет делать? Массовая атака, да? Ему нужно 4 энергии, чтобы произвести массовую атаку. Понимаешь? Сейчас добьет, скорее всего. Ах, вон как. Я думал, Барсика будет бомбить. Ну что ж, тогда тебе не повезло. А мы с тобой зарабатываем пак. А вот и пак. Коллекция. Так, громобой, лаварык, кривет, шепот смерти, громорок. Так, опять же, громорок отпрыск. И кривет Дагура. Вау. Ветрокрыл, чемпион. Одну карточку мне дали. Так, подожди-ка, а почему-то еще 2,5 часа мне нужно ждать, чтобы у меня был доступен второй пак. Ха, с чего это вдруг? С какого перепуга-то, а? Такое происходит. Так, ладно, давай с тобой заберем здесь награду. Ой-ой-ой, подожди, не то я хотел сделать. Вот так, заберем с тобой 10 рун. Еженедельно получаем с тобой, оп, еще 25 рун. Слушай, знаешь, что я думаю? Давай-ка мы с тобой все-таки что-нибудь да откроем. Як-нок. 7200. Друзья мои, мы с вами получаем сладкоеда. А может быть, накопить на безмолвный рыцарь? Как ты думаешь, это реально? Нет, я все-таки, наверное, куплю вот этого. Уникальный сладкоед. Точнее, ну да. Уникальный — это, как тебе сказать, редкость. А дракон сам сладкоед. Или же все-таки вот этого взять. Так, а у него рыба недоступна, да, по сбору. Так, а у этого? А у этого доступно все. Так что даже выгоднее брать его. Беру, короче, друзья мои. Ох ты. Вот такой вот он, сладкоед. Так, разместим с тобой его куда-нибудь сюда. Так, подожди. Вот сюда поставим мы его. И немножечко прокачаем. Вот так вот он выглядит. Маленький такой сладкоедушка. Так, и хотел я посмотреть еще за руны. Ох, не знаю, ребята, насчет, может быть, все-таки мечелома купить, накопить на него и купить. Или же дракошу взять. А можно открыть вот этот вот золотой набор. А в золотом наборе, блин, ты посмотри, какие тут, а. Ну что, давай сделаем с тобой. Поехали. Да, я хочу купить. Ну не дай боже, там никто не выпадет мне. Так, необычный, эпический, 80 рун. Необычный, так, лохматый вой, друзья мои. Вот кто мне выпадает. Это, по-моему, редкий, да, дракон? Да, это редкий дракон. И мы его размещаем. Так, секундочку, куда же мне его... Давай, наверное, вот сюда. Шикарно. Как он хоть выглядит-то? Ой, я его отправил, ребят, случайно на тренировку. Слушай, ну два дракона сегодня мы с тобой вытянули. Причем их у меня не было. Ни того, ни того. Отлично. Так, что у нас тут? Ну-ка, дай-ка гляну. 30 якнога получил. Так, использовать ускорение, отправить двух драконов в приключение и принять участие в обороне Олуха. Но это я уже сегодня не успею, наверное. Да не наверное, а точно. И вот здесь еще непонятно, что... А, это у нас дитё этого, Громеля, по-моему, да?
Так точно, дитё Громели. Жалко, конечно, что нету ни одного события у нас. То они есть, то теперь их нету. Уникальный ледяной грозокрыл. Ледяной. А у нас с тобой какой? Штормовой, да, по-моему? Так, эти все будут тут учиться. Так, а вы что сидите? Прохлаждайтесь. Быстро искать. Так, лети за рыбой. Так, ну и вроде бы все, ребята. Сейчас, секундочку, у нас кто там на обучении стоит? Какой дракон? Дай-ка я гляну. Сорок второй. Этот у нас 39-й, да? Это 40-й, 41-й получается. А сколько? 50 рун. Фиг с ним, давай. Потратим. Все, друзья мои. Так, у нас с тобой все драконы, да, которые мы хотели, имеют 42 уровень. Поэтому и древесинки хватает. Ой, как шикарно. Сколько будешь делаться? Сутки, друзья мои, сутки будет делаться у меня зал совета. Слушай, ну по идее завтра. А, нет, завтра вечером только это созреет. А мне послезавтра с утра на работу не смогу, к сожалению. Я думал, мы с тобой посмотрим. Ну да ладно. Игра-то все равно от нас никуда не денется. Так, тут обменять, ничего не хочу менять. Я перебьюсь. Ну, друзья мои, сегодня сделали довольно... Как бы серия получилась короткая, ну, извини, потому что с какого-то перепуга здесь у нас с тобой 2 часа 19 минут. Обычно они идут один за другим. Бои, как бы, ну, паки мы с тобой получаем. Кстати, а может быть нам с тобой перейти... А давай перейдем сегодня на 6-ю арену. Поехали. А что мы с тобой теряем? Да ничего. Опять синюха, да? То есть нам нужно с тобой зарабатывать сейчас именно... кубки. Ну что же, попробуем. Давай-ка вот так сделаем. Я хочу этого Хофермана. Или как он там величается-то правильно? Хофер, короче, будем его звать. Просто Хофер. Я буду атаковать Хофера, потом, наверное, Змеевика, а потом уже и Пристиголового. Так, они опять начинают. Ребята, опять у них это вот преимущество, а? Давай сделаю так. Добей его. Да, блин, вместо того, чтобы добить, он еще и промахивается, а? Ну вот как это, ребята, называется, а? Хорош, 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 хорош. Ускоряй всю команду, да? Зашибись. Так, добиваем. В плане. Ты сейчас. Это было, друзья мои, подло. Он взял просто и промахнулся. Добей, пожалуйста. Наконец-то. Так, значит, у нас здесь змеевик. Ну, этот все будет плясать тут, да? На ускоряшку. По крайней мере, мы с тобой не будем получать урона. Так, что ты там задумал? А вот это плохо. Это, друзья мои, плохо. Так, и опять он. Получи. Слушай, они хотят всем меня бомбить по ветрокрылу. Давай его защитим. Ну-ка. Видишь, что делают? Сразу ребята переключаются на другого дракона. Как по волшебной палочке. А этот все своим дурачьем занимается, ты понимаешь? Ну что ты там? В кого? Так я не понял, в кого он бомбанул, если честно. Он, по-моему, даже промахнулся, да? На тебе. Он еще сам себя заблокировал. Ты понял? Тихо, тихо, тихо. Не надо тут выпендриваться мне. Есть. Друзья мои, великолепно получилось все. Сколько нам нужно сделать с тобой боев, по большому счету? Давай-ка посмотрим. Так, бой делаем, если выигрываем, получаем 13900. И потом еще 4 полных победы. Получается 5, короче, побед нам нужно сделать с тобой, да? Окей. Давай-ка попробуем.
Так, хотел ребят посмотреть, может быть, кого-то из драконов можно уже прокачать. Я же давно уже не шарился по колодам. Так, а здесь у нас Престиголов. Вот именно, какой Престиголов? Это же Прихвостень. Начнем с него. Лаварык у нас, как всегда, будет в последнюю очередь разбираться, потому что он ни рыба, ни мясо. Ну, хотя я не знаю, ребята, если посмотреть на драконов, может быть, 50-х, 60-х уровней, может быть, они там приобретают какие-нибудь новые способности, или они просто усиливают свои старые. Скорее всего, так оно и будет. Тихо ты. Слушай, мне не нравится вот этот подход. Что-то они все на ветрокрыло напали. Ну, давай, давай, давай. Ой, молодец ты какой, а? Послушный. Ну что, змеевик, начнем с тебя. Мы еще вот так сделаем. Ой, шикарно будет сейчас. Красиво. Куда ты, лаварык? Куда ты прыгаешь? Тебе надо не туда, а надо на ветрокрыло, запомни. Его нужно атаковать. Давай-ка мы, наверное, отравим его. Вот так вот. Че он там сморщился? Погнали. 5 побед, да? Ну что же, можно сказать, что осталось всего лишь 4 победы. Ну что, давай посмотрим, что у нас там по драконам происходит. Можем улучшить Барса и Вепря? Нет. А Лаварыга? Тоже не могу. А Сардельку? По-моему, не могу, да? Точно, ребята, не могу. А Змеевика? Что-то никто не хочет у меня, ребят, прокачиваться. Древоруб. 51 уровень нужен, прикинь. Ну а ты? Нет, тоже не хочет. Острозуб, ты-то как? Жестко, конечно, вы тут меня троллите. Никто не хочет, прикинь, улучшиться. Никто. Даже этот. Потому что у него жетонов нету. Слушай, а вот где мне взять, интересно, кнут и прут, а? По идее, он должен быть у меня, но получить дракона, как его получить? А, его нужно приобретать за руны, вы серьезно? 9000 рун? Ну, вы, конечно, замочили тут приколы. Так, кревет, чтобы получить этого дракона, что же нужно нам? Кто-то сказал, что он будет получен мной, если какой-то там уровень будет этого беззубика. А какой уровень беззубика? Наверное, 51-й, как всегда, да? После этого только лишь. Так, ну что, готовы? Тут у нас какая-то новая арена, что ли, я смотрю, достается. Это, наверное, будет... Ох ты, смотри, какая прикольная. Ёлки-палки. Мне нравится. Это, наверное, и будет у нас с тобой 6-я арена. Так, начнем, наверное, с тобой с душителя. Ненавижу душителей, поэтому будем его разбирать. А это кто? Понятно. Шипорез. Смотри, что творят. Блин, а что так быстро ветрокрыло-то? Эй! Да. Слушай, вообще моментально его разобрали мне. Блин, потеряем мы его. Потеряем, поверь мне. Это плохо. Но я отомщу. Я знаю, как отомстить, друзья. Поехали. Минус. Так. Наверное, будут все-таки барсика мне бомбить. Сейчас посмотрим. Отлично. Так, и ты тоже бомби его. Ай, красава. Так, начнем вот с этого. Будем шипореза с тобой уничтожать. А потом и до Громля доберемся. Ну давай, давай, что ты там? Отлично, добьешь? Красавчик. Что-то там? Хлюпик. Ай-яй-яй, у нас кончилось, да? Я и забыл совсем. Погнали, будем мстить. Ну что ты там? Опа-опа. Отражение. Два удара. Слушай, а у него очень много здоровья, я смотрю. Давай, бомби.
Блин. Ну, бомбанул. Ладно, сделаем вот так себе. Будешь атаковать? А куда же он денется? Конечно, будет. Так, друзья мои, еще одна очередная победа за нами. Нам нужно еще с тобой 3 победы. Я больше его не прошу, только лишь 3 победы. Вот здесь солянка, друзья мои. Тройной удар. Там наверху у нас, да? Начнем, наверное, с него. Хотя тут, блин, и этот еще, а? И громорок. Ладно, я все-таки буду все равно настаивать на своем. Может быть, успеем все-таки завалить. Раз, два. Так. Блин. Смотри, как немножко неудачно получается. Да идите. Вот как это понимать, а? Давай, наверное. А если я это сделаю? Придется. Хочешь ты, не хочешь, а придется так делать, ребят. Но этому все, этому крышка будет. Это однозначно, я тебе говорю. Давай, атакуй. Ты смотри, что творит. Добили. Так, ну а теперь, наверное, все-таки... Ну, давай этого добьем. Так уж и быть. Я хотел ветрокрыла вражеского уничтожить. Потому что я боюсь, сейчас будет... отправлять в сон. Хотя один вряд ли он справится против нас всех. А тем более, если мы сделаем с тобой вот так, это вообще будет круто. Оки-доки. Атакуем. Кстати, у него сейчас будет как раз, ребята, тот самый сон. Я уже его траванул. Сейчас будет зас... Смотри-ка, не стал делать. А почему? Почему он не стал усыплять? Не знаю, ребята. Давай тогда так сделаем. А вот сейчас, скорее всего, будет. Точно. Ну что, выживем? Выживем. Но тебе, парень, не поздоровится сейчас. Жалко Барсика, да? Ну что ты там хрюкаешь? Ага. Поехали. Твою же дивизию. Промахнулись, а? Ну как так? Сейчас опять будет в сон вгонять, да? Ну, у нас тут с тобой есть отражение, поэтому он сейчас сам себя, возможно, в сон загонит. Угу, так оно и получилось. Поехали. И... добиваем. Шикарно. Сколько нам еще остается с тобой? Да, 2 поединка. Поехали. Ну вот это точно, друзья мои, территория, наверное, для 6-й, как говорится, аренки. Потому что такое раньше не было. Вообще не выпадало. Так, смотри. Ох, ничего себе, 14-15 уровень. Да куда вы гоните? 14-15 уровень. Вы, блин, серьезно, что ли? Ну тут, ребята, вряд ли я смогу вообще что-то сделать. Они меня сейчас разберут, поверь мне. Просто на изи. Как с такими монстрами можно здесь драться? Может быть, я зря иду на следующую арену, друзья мои. Не слишком ли это для нас мощно? Сейчас уничтожат Барсика все-таки. Вообще распинали его. Так, ну что? Раз, два. Будем усыплять. Другого варианта я не вижу, ребят. Офигенно. Так, ну что, кого тут лучше начать-то? Наверное, вот этого. Что он там сейчас будет делать? Ёлки ты палки. Мне надо спасти. А у меня не получится, да? Уклонение, отлично. Ага, мы тоже промахиваемся с тобой. Хильнемся. Зачем, блин, хильнемся? Ну, ребята, я же хотел отражение. Зачем хильнемся? Так, они переключились на ветрокрыло. Может быть, успеем все-таки, а? Или не успеем? Попытка не пытка. Нет, ребят, не успел, к сожалению. Ну что ж, тогда отправляем их в сон. Есть, успеем. Нет, все, крышка.
Здесь, друзья мои, поверьте, только лишь из-за того, что у него уровень 14 и 15. Ну это охренеть. Это очень жирно, это очень люто. Как будто я уже, знаешь, авансом перешел на следующую арену. Вот я уже и думаю, может быть, я это зря делаю, а? Спешу. Не отступать и не сдаваться, как говорится. Поехали. Если сейчас будет повторяться такая фигня, то извините, ребята. А тут смотри, 13 уровня красная фигня. Причем их две краснухи 14 уровня. Ну все, по-моему, доигрались. Я здесь ничего сделать не смогу. Трындец, посмотри, как вжаривает. Просто полюбуйся. Этот сейчас просто добьет. Не, вообще ни одного шанса на победу здесь. Я, если честно, немножко в шоке. Да. Короче, будем с тобой работать через отражение. Если успею вообще его повесить. Смотри, что они творят, а? Что они тут творят? Посмотрим, будет атаковать или нет. Нет, ребят, зачем? Он бомбить будет лучше. Сейчас уничтожит его. Офигеть. Просто уничтожили. Ну и что это мне, удвоение энергии? Как будто мне это что-то даст. Ну давай свой суперудар делай. И ты тоже бомби там что-нибудь. Ага, молодец, красавчик. Сам в себя. Поехали. Но в любом случае у меня это, ребят, не спасет, потому что отражение, как ты видишь, закончилось. И они меня просто сейчас разберут своими суператаками. Мне надо было все-таки сардельку спасать. Угу, тогда был бы шанс. Ладно. Видишь, как получилось, что у меня игра опять вылетела на последнем ударе врага. Ты представляешь? Просто взяла и вылетела игруха. Но от этого мне не легче, потому что 13 уровня все бойцы вражеские. И тут еще есть красный. Как, блин, с ними тут воевать? Сарделька урона не наносит. Ветрокрыл тоже здесь. Трындец, да? Обалдеть. Вот это влупляет. Вот это он отжигает, друзья мои. Так, ну что, теряем с тобой, да? Нет? А вот сейчас, наверное, съедят. Все, ветрокрыло здесь как не бывало. Поэтому я сделаю вот так. Кого ты будешь бомбить? Скорее всего, он будет бомбить. Ага. Правильно. Надо этого хмыреныша, кревета. Отлично, сам себя убил, молодец. А этот у нас самый умный, да, я так понимаю? Давай, 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 его атакуй. Давай, бомби. Ах ты, что ж ты делаешь, а? Да вы достали, ты посмотри, что они делают. Они не дают шанса мне даже. Так, этот сам себя убил, молодец, красавчик. А мы ждем дальнейших ответов. Так, что ты будешь делать? Фаербол свой, нет? Не хочет, прикинь. Так, лишь бы в ничью не выйти. Давай, бомби своими фаерболами. Красавец. Так, у меня... А у меня закончилось, ребята, отражение. Он хиляется. Тут, по-моему, будет ничья. Он сейчас дотянется специально, ребята, времени. Хотя... Так, сколько там еще боев? Все, ребята. Я не успею его бомбануть, и мы выходим в ничью. Ну как так-то, а? Ребят, не могу драться. Вот хоть ты тресни, не получается у меня здесь справляться с вражескими драконами. Но одно я знаю точно, что сардельку убирать не стоит. Так, ну ладно, попробуем с этим отрядом подраться. Сарделька нам нужна, потому что у нее, ребят, как раз вот это вот отражение, которое... Вот, может быть, ветрокрыло убрать? Это да. Об этом я уже подумываю. Потому что мы не успеваем просто использовать его... Ох ты! Его суперудар. Потому что если мы будем с тобой работать именно через отражение,
то как бы теряет... Да что ж ты, а? Теряет все, ребят, весь эффект вот этого вот сна массового. Так что делаем выводы. Если сейчас сардельку уничтожат, ребят, то все. Это очередной будет фейл. Ну, смотри, что творят, а. Что они тут вытворяют? Давайте, атакуйте. У него меньше всего здоровья. Красавчик. Ты тоже атакуй. Молодец. Так, а ты? Умница. Так, это тут у меня под гипнозом. Хильни. Нет. Не стал хилять. Давай вот так сделаем с тобой. Бомбите его. Молодцы. И ты тоже бомби. Прекрасно. Атакуем. Добить. Добить его надо. Есть. Ой, тихо. Так, тут, наверное, мы с тобой ударим. После этого я сделаю отражение. И посмотрим, что он будет делать. Молодец. Вот, друзья мои, вот почему я и не хотел убирать сардельку из нашего отряда. А вот ветрокрылы, скорее всего, придется заменить. И у нас, кстати, еще один бой, и мы с тобой перейдем на шестую арену. Так, здесь у нас опять соляночка. Ну, уровень 14, да, я смотрю там. Ладно, попробуем все-таки. Офигеть, 14, 13, 13. А у меня 9, 12, 10. Молодцы. И враги, ты посмотри, какие. Ё-моё. Громобои, громороги, отпрыски, да? Как хочешь, так и дерись с этими олухами. Я не могу пробить. А этот вообще просто на изи разбирает. Бедная сарделька, а? Так, уклонение. На тебе. Громорог, да? Моего барсика бомбит. Что делаем-то, я не знаю. На барсика или сюда? Давай сюда, наверное, все-таки сделаем с тобой. Вот это правильно. Ты тоже бомби его. Нет. Вот барсика бомбит моего, и все. Он ему понравился. Одного мы уже победили. Так, что он будет делать? Ну, предположим, да? Так, нам, наверное, выгоднее вот этого бомбануть. Удвоение энергии. Так, барсика убили. Значит, сейчас они должны, по идее, переключиться на сардельку. По логике, верно? Так и есть. Так, а мы с тобой что? Отражение ставим. Ну? Ай, молодец какой, а. Поможем. Так, ты что будешь делать? Упс. Вот это не надо было делать. Вот зачем ты свой щит поставил, а? Он тебе не пригодится. Замечательно. Так, делаем удар. Ну, что вы там задумали? Да ты запарил, а? Посмотри, ставит щит и все. Неугомонный. Атакуй. Слушай, мне кажется, я его не смогу пробить. Мне не хватит. Да. Короче, поехали. По другой тогда тактике будем работать. Будем этого уничтожать. Ой, какой он тяжелый, ребят. Пускай он там вешает свои щиты на этого охламона. Нам как бы по барабану, да? Сам себя убьет рано или поздно. А мы пока займемся громорогом. Так, у него хил. Да что ж ты будешь делать? Давай так. То хиляет, то эту делает. Ничья. Блин, вдвоем. В первый раз ничья на двоих. Надеюсь, сейчас все-таки мы с тобой сможем победить. Смотрим. 13-й, 14-й, опять же, 2 13-х и 1 14-й уровень. Есть вероятность, да, что мы с тобой победим? Есть. Маленькая, но все-таки есть. Так, кого бы нам тут... Давай, наверное, прихвостня начнем в первую очередь разбирать. Мне кажется, он самый по защите слабый.
Понятно, опять на сардельку тянут, а? Успокойся. Не дают. Если мы... Фигня это получается, да? Этот сон... Ну правильно, у нас пониженная атака, ребята. Что мы хотим от этого? Да ничего не получится. И он ходит и ходит, ходит и ходит. Раз за разом, не дает вообще ни... Все. Ветрокрылы, как ты видишь, убили. Убиваем этого. Ну что, надеюсь, они будут атаковать сардельку. Блин, его ускоритель еще, а? Ну давай хотя бы ты. Молодец. Помогаем. Еще атака. Ты, главное, не переключайся. И ты тоже молодец. Давай. Круто. Ну, милости просим. Ах ты, гаденыш. Переключился. Надеюсь, это разово. Смотрим еще. Молодец. Так, ну что, сможем добить? Наконец-то, друзья, наконец-то мы с вами перейдем на шестую арену. Ну-ка. Да, открыт новый этап. Так, ребята, арена 6. Шторморез, так, Костолом. Чемпион, стальной капкан. Кривоклык. Грозокрыл, да, экзотический дымодышатель. Вот такие вот чудики доступны у нас на этой именно шестой арене. Чтобы перейти на следующую, нам нужно теперь 24 тысячи кубков. И вот так вот выглядит пак вождя на шестой арене. Круто. Опа. Прилетел уже, прикинь. И сразу же нашел яйцо. А это яйцо у нас кого? Ну ты понял уже, да? 2 минуты выводиться будет. Как раз на того самого кипятильника. Ну, в принципе... можно и заканчивать, друзья мои, эту серию. Обязательно увидимся в следующей. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.